Привет всем, меня зовут Николай Соколов. В этом уроке мы с вами попробуем поиграть в такой интересный ход. Будем обыгрывать трезвучие с помощью тэппинга, делать легатную технику. И медиатор нам здесь, в принципе, не понадобится. Но, в общем, можно его по привычке держать. Итак, табулатура у вас есть, можем смотреть и пробовать играть. Погнали. Для начала мы с вами сделаем вот что. То есть будем играть на шестой струне две ноты. Вот. Это, в принципе, несложно, но когда это все в комплексе... Вот, эти две ноты у нас будут играться триольной пульсацией, то есть это триоль, раз, два, три. Здесь у нас идет квинтоль, раз, два, три, четыре, пять. Здесь у нас на одну долю, то есть раз, два, раз, два, раз, два. Затем переходим на другую фразу. Вот эту фразу мы играем с вами на пятой струне. Получается, мы сыграли здесь 14-12 и уходим с вами... на ми минор. Вот. Точно такой же ритм. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Затем уходим в 12 лад и 11. Вот этот ход очень удобно играть с мизинцем. То есть, в принципе, можно его играть и безымянным пальцем. Вот. Но можно играть, использовать мизинец. Потом то же самое повторяем. Уходим сюда, в эту позицию. Играем 15 лад. Затем далее переходим дальше 10, 9. И здесь играем ля минор. Потом бас у нас повторяется. И уходим с вами теперь в соль мажор. Дальше снова повторяется ход. И, как в качестве заключения, вы можете поставить сюда нотку ре. Вот такой интересный пассаж предлагаю вам сыграть и потренироваться на нем и улучшить свою технику. Спасибо за внимание, пока!